Всем привет, ребят, с вами Фенр, и сегодня будем играть в Hearts of Iron 4 за Третий Рейх. Но потом мы переведем монархию. Это моя цель выживания. Если что, вот можете сами посмотреть. Сложность штатский. Я хочу повторить вот этот вот плейлист. Самое популярное видео из горизонтальных видео — это прокачка страны. У нас была вот такая вот территория, но я хочу провести еще больше территорий. Если что, не будет вот таких вот дополнений, что типа Советский Союз распался, Англия тоже. Чисто ванильная хойка. Давайте начинать. Сохранить и играть. Ох, как же давно у меня не было роликов по хойке. Даже не знаю сколько. Давайте посмотрим как раз таки. Перейдем на канал. Видео. Вот. Год назад. Прокачка страны. Когда это было? 19 июня 2023 года. О, ладно. Так, не понял. На, у меня хуйка зависла. Замечательно. Ладно, в принципе, это бывает такое. А, с кем не бывает, как говорится. С кем не бывает. О, все, почти загрузилось. Давай, ну чуть-чуть. Давай. Вот, все, загрузилось. Так, смотрите. Что мы делаем? Сразу же переводим вот сюда вот войска все. Фокус. Свержение Гитлера. Ставим производство, точнее строительство. Вот так вот фабрик. Все военные заводы. Ну ладно, не все, но большая часть на пехотку. Дальше. Исследование. Базовые станки. Строительство. Электроника и машиностроение. И давайте полевой госпиталь. Запускаем время. А, дивизии, кстати. Так. Наверное, пехотку будем делать. И давайте в Штутгарт отправим. Так, нам нужно арту исследовать. Не исследовать это. Больше поставить военных заводов. Давайте сделаем, наверное, вот так вот. Все, отлично. Замечательно. Сколько у нас дней осталось? У нас осталось... Сейчас, секунду. Ой, у нас осталось 50 дней уже. Можно, кстати, ось распускать. В принципе, не надо нам уже ее. Давайте удалим эту оборону, чтобы она не мешалась потом. Что у нас в решениях, кстати? Наталуса подчиняется итальянским требованиям. Давайте потребуем с Голландией торговлю. И вот-вот уже произойдет у нас восстание. Осталось 20 дней с лишним. И, наконец-таки, режим Адольфа Гитлера, режиму Адольфа Гитлера настанет конец. Кстати, давайте вот еще настроим. Так вот, ударное соединение. Чисто на всякий случай. А, и в производство уберем. Так, автосохранение. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, и поставим конвои. Прямо на максимум. И вот-вот через
неделю произойдет восстание. Давайте прям. Я не буду отвозить ее. Отвозить, блин. Отводить курсор до момента восстания. 4 дня осталось. Блин, ладно. 3, 2, 1. 1, 0. Все. Свержение Гитлера. Офицеры Вермахта бросают вызов Гитлеру. Прогоним нацистских подонков с нашей земли. И начинается восстание. Сразу же, моментально. 1, 2, 3. Создаем фельдмаршала. Точнее, армию фельдмаршала. Ставим фельдмаршала. Генерала на 2-ю армию. И на 1-ю армию. Так. Будете вот так вот наступать. Берем фокус 4-летний план. Автопланом давайте сначала пробьем, потом вручную. Так, так. Блин, авиацию точно надо настроить сейчас. Бам-бам. Бам. Так, будем бомбить дороги, военные заводы, фабрики, аэропорты, пункты снабжения, точнее, узлы снабжения и дороги. Здесь вот то же самое ставим. И здесь тоже. Все, мы готовы. А, кстати, еще сразу же всеобщая мобилизация. Германию охватила гражданская война. Так, сразу же максимальные проблемы. Ой, что-то подлагивает. Давайте, да-да, все выбивает. Чего у меня так лагает в последнее время? Так, автосохранение, ждем. Давайте, захватите эту провинцию. Все, замечательно. Теперь, смотрите, идем в наступление на эту провинцию. Потом сразу же, ну, как хорошо, кстати, пробиваются. Так, сюда. Давайте вот так вот. Мне, кстати, довольно хорошо пробиваемся. Ладно, меня не слушаются войска. Сюда вот наступаем. И вот так вот змейкой. Все, теперь у нас южная и северная часть осталась. Так, вот сюда вот. Так, меня закрыли в котле. Ладно, сейчас исправим. Бам. Ну ладно, меня из этой провинции выбьют. Но мы не сдаемся. Так, Южный фронт. Давайте выбьем вот эту дивизию. И вот эту вот. Мы уже под Мюнхеном, так что должны совсем скоро уже одну из главных точек взять. А еще вот здесь вот люди без снабжения, точнее дивизии. Так что давайте их выбьем. Здесь вот одна дивизия, тоже их выбьем. Не-не-не, стойте. Надо пойти на Мюнхен. Все, одна точка уже почти занята. Все, мы Мюнхен взяли. Это очень хорошо. Так. Давайте попытаемся вот эту вот провинцию выбить. И это у нас очень хорошо получается. Да. Все замечательно. Пока что идет. Так, давайте по Южному фронту будем пока что наступать. Хотя и на Северном тоже не надо про него забывать. А, блин,
Забыл. Так, вот здесь вот дивизия без снабжения. Короче, нам нужно сейчас дивизии вот, вермахта, точнее, дивизии Третьего Рейха выбить как можно дальше от этого пересечения с Чехословакией. Еще вот здесь вот про Северный фронт не забывать. А, Любек взяли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это очень плохо. Так, на северном... Так, дальше ручками. На северном фронте не очень все хорошо. Неактивно выбивают. Так, блин, а там большое наступление. Гамбург, в Гамбург. Главное, Гамбург не взяли, это, чтобы они не взяли. Остальное все равно. Ну и, в принципе, мою столицу. Франкфурт. Так, давайте побыстрее с Южным фронтом закончим. И будем наступать... О, гражданка в Испании. И будем наступать на Северный фронт. Так. И вот так вот. Нет, вот так вот. Так, что-то много автосохранений. Так, вот сюда вот, блин, нет, не вы, да. Вот сюда вот наступайте. Так, как-то на Северном фронте. Да, не очень хорошо. А еще у меня здесь дивизия появилась. А еще я забыл одно самое важное дельце. Ага, Нижняя Бавария, все замечательно. Давайте вот так вот. Ой-ой-ой, переборщил. Вот, 8 дивизий у нас теперь будет производиться. Давайте закроем вот здесь вот котельчик. И, в принципе, завершим с Южным фронтом. Так вот, давайте пройдем. Все, заканчиваем. Раз. Два. О, стойкий защитник. Золотая медаль. Все. На Северный фронт отправляем дивизии. Так, у нас Ганновер взяли. Это плохо. Довольно плохо. Так, давайте. Пехота, мастер. А еще я совсем забываю иногда про там фокус, взять исследование. Так, автаркия. Исследования у нас все исследовались, это очень хорошо. Так, строительство. А, ой, туда жмал. Радио. И давайте вот этот вот МГ-08 или МГО-8 и легком это мортира. Так, погнали. Давайте Ганновер выбьем. Раз. Два. Блин, на меня уже наступает. Так, вот здесь вот у меня три дивизии. Давайте вот отсюда вот выбьем. Кстати, уже сентябрь. Надо побыстрее заканчивать. Что я затянулся с гражданкой? Я обычно быстрее выигрываю. Так, ладно. Блин, а тут дивизии подвели. Здесь вот выбьем. Блин, Гамбург взяли, я отвел дивизию. Их дивизию. Нет, наступайте. Что по самолетам? Блин, не очень все хорошо.
Эти вот эти вот самолеты вот сюда вот правим. Вот здесь вот очень возможно пробиться. Лейпциг давайте возьмем. Так вот. Вот здесь вот надо снабжение получить. Надо до Дрездена дойти. А еще до Магдебурга. Поэтому давайте вот так вот выбьем. Потом вот сюда вот нападем. Вот так вот. И вот так вот. И все. О, появилось снабжение. Давайте Дрезден возьмем. И соседнюю провинцию. Ганновер пустой, замечательно. Все, Ганновер взяли. Можно теперь вот так вот наступать. Все, замечательно вообще. Все идеально идет. Вот сюда вот будем наступать еще. Нет, вот сюда. Все, все замечательно. Пока что идет все замечательно. Так, давайте вот так прикрепим. Это была не очень хорошая идея, но все-таки надо. Так, давайте Магдебург будем брать. И вот здесь вот соседняя провинция. О! Дивизии переводят. Замечательно. Так, следование с фокусом. Давайте фокус Кайзерверке. Или Кайзерверке. Дальше. Вот. Рассредоточенное. Что-то там. О, у меня уже 800 на политка. Это хорошо. И давайте рута обеспечения. Раз у нас только политки, давайте возьмем обязательную службу. У нас вообще ноль людских ресурсов. Это, я бы сказала, не очень. И скажу, что это не очень. Так, пикирование. Пока что все. Вот здесь вот свободные провинции. Все идеально. Давайте вот сюда. Вот сюда. Вот сюда вот. Все, они уже отступают. По факту. А. Быстрее, быстрее, быстрее. Буду их окружить сейчас около... Я их около Гамбурга сейчас могу окружить. Все. Фронт почти пустой. Идеально все. Давай. Вот сюда, вот на этот остров. Все, все, все. Поехало, пошло. Давайте автопланом. Все, можно просто смотреть. И отдыхать. О. Блин, не успел. Так. Вот здесь вот очень хорошее, что можно сделать. Так вот. Берлин свободный. Подлагала чуть-чуть. Все, Берлин забрали. Замечательно. Где их столица? По идее, Гамбург. Да, Гамбург. Гамбург, блин, сдал. И все. Сейчас там как раз одна дивизия можно взять. По-тихому. Давай. Давай. Чуть-чуть. О, здесь котельчик очень вкусный. Вкусный из одной дивизии. Так, может быть, до Бреслау потом дойдем. Давай, возьми. Ну ты чё, серьезно, что ли? Давай. Все. По идее,
Нет, не по идее, потому что нам еще Бреславу надо взять. Так, вот так вот пусть наступает. Ладно, он не может пока. Давайте еще с более южного фронта будем наступать. Так, надо отсюда их выгнать, подальше от Берлина. Всё. Так, одна дивизия. Блин, не получилось. Так, так, блин, а... Нет. Плохо. Плохой день. Нет. Стой. Нет, не двигайся. Фак. О, я Берлин. Ура, второй раз берем Берлин. Раз. Два. Блин. Три. Нет, уйди. Давай, пока, не надо нам тут. Здесь не очень все хорошо. Выбивают постоянно. Так. Давай, ну, мы уже год возимся с этой гражданкой. Плохая была идея ручками наступать. Долго очень. Так, вот. Так, проверка. Ага. Ага. А, нет, идет. Вот так вот, раз. А эту пустим змейкой до Бреславу. Может быть полезно. Так, китайский фронт появился. Все, пошла-поехала. Уже не остановить, все. Блин, ну ладно, остановить. А. Ага. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Очень приятно. Да, блин. Ну, дайте. Ну, блин. Не отдали нам Бреславу. Ладно. Ладно. Но все равно Бреславу заберу. Давай, наступай. Отдай Бреславу. Все. Наконец-таки все закончилось. Наконец-то закончилась гражданская война. Кстати, сколько идет запись уже? Уже 21 минуту идет запись. Так что я, точно. Беру безопасность нового государства и после этого фокуса заканчиваю запись. Потому что уже она долго идет. По факту, гражданка в Германии довольно легкая, но почему-то, если ручками захватывать, то это долго. Можно еще и повозиться. Не торопясь, как я. Так, давайте морская пехота. И все. Наконец-то закончилась гражданская война. Кстати, можно еще смотреть, как сделать вот так вот. Создать агентство. И нужно подменять все. Так, частичная мобилизация. И ограниченный призыв. А еще
Надо поставить. А, кстати. Устроилось уже. А, нет, у нас пока что еще восстанавливается все. Разбомбежки были, все такое. Давайте вот так вот построим. Бам-бам-бам-бам. Бам. Пока что только западную часть. А, и переведем, чтобы произведенные войска были, вот, появлялись в Берлине, я сказал. Вот, в Берлине. Так. А, ой. Так, одна лишняя. Раз, два. Пусть будешь ты. Еще две дивизии. Раз. Ну-ка, может быть. О, о. Замечательно. Ладно, пусть пока что будет... А, ну, в принципе, я максимум сделал. Ну что ж, ребят. Всем удачи. Всем сейчас. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Пока.